Yom g'ani bo'lib yig'lar, yig'lar nega osmon? Ko'z yoshlarim to'lar, to'lar daryo hamon. Sen bo'lmasang yonim, orzularim armon. Это была не шутка, это всему свое время рассказать и показать из-за этого. Из-за этого пока что всему свое время. У тебя гражданство какое? Узбекское. А какой тональный крем лучше для проблемной кожи? Ну, и из первых случаев надо проблему решить. Анора приехала с работы. Надо проблему решить, а потом уже, конечно же, наносить косметику. Жги. Хорошо. Певец Булин Хоболяда. С Мунисой, да, лично знакомы. До скольких лет жили в Узбекистане? До 20. Жениться надо уже. Сегодня поздно. Всему свое время. Конечно же, надо учиться. Не просто так. Что посоветуете повседневному визажисту? В каком плане имеете в виду? Это Муниса Резаева и Ямин Бан написано. А вы родом откуда? Я родом с Узбекистана, город Самарканд. У вас есть РФ? Нет. Привет из Казахстана, привет. Привет из Казахстана, привет. Всем приветушки, ребятушки. Кызышларым тола, тола дарьё хамон. Син бульмасын ярым, орзуларым арман. Йоголлар гет тола, тола арман дуя. Сейчас, секундочку, ребятушки. Моя любимая песня это... Вопросики. Почему выбрали профессию мейкапер? Потому что с детства был интерес, из-за этого мое интервью можете посмотреть, и там на все вопросы вы ответы получите. Здравствуйте, всем привет. Привет с Киргизии, Кыргызстан, привет. Я вас обожаю, вы звезда. Я-то не звезда, я обычный человек. Поехали. Ты мне скажешь так просто о любви. Дорогой подростка, я и ты. Водопадами сверху падали, падали. Ей-ей. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков. Для жирной комбинированной кожи Эпсе Лоран, Тача Клад, Люмине Сиси, новая тональная основа Эстэ Лауда. Где давно искал я, я ставила греться, что-то в образе счастья. Бары здесь, бары люсь. Хайрга. Наша шепотом, я тебе от души просто так спою. Но ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое.